Бау! Всем привет, топчики! С вами Тимон Про, и сегодня у нас будет реакция на анимацию от Calypso Animation на 14-ю часть его мини-сериала по саге Ice Cream. Ice Cream 8. Грэнни против Рот и сестры Мэдалин. Давайте же смотреть. В конце прошлой серии 13-й части мы видели, что Рот идет в гараж вместе с лестницей, чтобы как-никак продолжать работу над секретным оружием своим же. Да, пришла монашка его встретить. Who is it? Who's... А, забыл, блин, субтитры включить. Кто же это? Говорит Рот. There. Кто это там? I missed. Я скучала по тебе, сын. Son. All right. Really? О, да, действительно. Come in. Заходи. Но тут Рот не говорил, например, такие прям слова. Мама, это ты? Заходи. Но без разницы, как он сказал. Идет, и тут, значит, сюда наши друзья. И грэндпа, как-никак, считается, как дедушка Джея и Грэнни. Продолжаем смотреть. Идут спасаться, значит, с этой фабрики. Только им бы потише надо вести себя, потому что тут сидит еще Рот и сестра Мэдалин общаются с своим. So, how do I know? Так откуда я знал, что ты на самом деле моя мать? Actually, my mother, then. Don't be ridiculous. Тогда не будь смешным. Of course I am. Конечно, я помню. Remember the letters письма, которые I sent you. Я тебе присылал. Да, до 14, нет, до 20 лет сестра Мэдалин отправляла письма Роду, чтобы она как раз к нему пришла. То есть, чтобы Род к ней пришел. А так ничего не случилось. Вроде да, до 20 или до 22. Нет, до 22, я думаю. Не зря тут это ведро стоит. What? It's going. Что, все? To be fine. Все будет хорошо. We're just going to leave through the door and... Вы просто будьте тише. Идем к двери. Bring through the car. И сбежим через машину. Come on. Давайте. Ах, все. Спалилась контура так. Так что сейчас Рот побежит на вас. Надо спасаться или как-то ему врезать Роду. Эпично тоже. Well, that was... Это было громко. Бежим. Hey, you! Что? What are you? Что ты здесь делаешь? Doing here? Get back here! А ну иди сюда. Huh. На, так с ноги его пнул. Осторожно, сейчас монашка придет сюда. Well, that was weird. Со спины. Это было странно. Look out. Обернись. Промазала. На, и так шатало, что она прям упала, монашка. Вот этот, конечно, да. Ох, все же Рот и монашка не слабые противники против наших друзей, их грандпа и Грэнни. Лохи. Let's just go to... Давай просто пойдем. The car. Пойдем в машину. Тоже прикольная, но коротенькая анимация. Ну, думаю, уже будет 15-я анимация финальной. И думаю, она будет дольше. Типа что? Будет бой такой у Грэнни, Грэндпа против Рода и сестры Мэдалин. Ну, пока что будем еще и заканчивать.
С вами был Димон Про. Всем пока-пока.